Бензин и дизтопливо станут доступнее. На пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике снизило цены на горючее. Литр бензина с октановым числом А95 подешевел на 4 бана и обойдется в 21 лей 21 бан. Максимальная стоимость солярки составит 18,42. Это на 2 бана меньше, чем сегодня. Как сообщают в НАРЭ, цены на нефтепродукты, зарегистрированные на международных сделках, продолжают снижаться. За последнее время бензин подешевел на 67 банов за литр, а дизель на 35 банов.